Всем привет, всем здравствуйте. Я отправляю из Америки очень много часов и солнцезащитных очков. В основном мы их заказываем на сайте Gemashop. Но сегодня это сайт Ashford. Там тоже очень много очков и часов. До налога цены я вам сейчас назову на эти часы. Сегодня у нас двое мужских часов. И я постараюсь вам оставить ссылку на сайт Ashford именно вот на эти модели в первом комментарии. Если не получится на эти модели, значит оставлю просто на сайт Ashford. Хотя он в описании тоже есть, если под название нажать. А сегодня вот эти вот Sterling. Кто-то знает этот бренд? Я вот, честно говоря, первый раз встречаюсь. Вот такие вот интересные мужские часы. Они с купоном стоили... Так, ну вот там документики, платочек есть, карточка. Они с купоном стоили вот эти $85. Вот такие вот интересные мужские часы. Даже не знаю, есть ли смысл их одевать на руку, чтобы показать вам, как они будут смотреться. Ну вот, размеры, я так думаю, понятные. Так, лучше вот так вот сделать, чтобы вам поближе их показать, рассмотреть. Вот, так. Это они не красненькие, это у них здесь наклеена пленочка. То есть там вот такой вот циферблат. Графитовый. Так, сейчас отклею, чтобы вы их могли рассмотреть, а потом приклею. Так, механизм закрыт с внутренней части. Вот такие вот интересные часики. И этот же бренд в другом футляре, тоже с документами и с пыльничком, с косыночкой, с платочком, который можно протирать их. Вот такие вот мужские. И вот у этих цена $59. Мой WhatsApp в описании. Здесь не короткий ролик, поэтому ссылка откроется в первом комментарии. Заходите. Если у вас какой-то интерес к этому сайту возникнет, обращайтесь. В Казахстан полетят эти часики. Девочка Рыжа, это ваш заказ. У нее там еще есть что-то. Вот, так что во все страны я вам отправляю. Всем всего доброго, берегите себя и своих близких. Пока-пока.